Всем привет! И сейчас у нас 1 апреля, день так называемого дурака, веселый день смеха, повсеместно отмечающийся на постсоветском пространстве, с чем я вас всех и поздравляю. Жизнь продолжается, весна наступает. Ну, а на сегодня наш влог будет состоять из обычного рабочего дня. Сейчас приготовим завтрак, займемся очередными нашими текучкой делами, поставим замок в первую очередь и сделаем фотографии для отчета. Вот. Ну а поможет нам в этом, естественно, наш венгер с вот такой прямой отверткой. Итак, включим и подготовим нашу мультиварку для завтрака. У нас тут есть вот такие вот хлопья. Берем молочко, обычно закончилась пачка, открываем новую, берем наш неутомимый помощник венгер. Джик, все готово. Старую пачку можно немного разорвать и сплющить. Теперь добавим немножко сахара, соли и, соответственно, можно будет после соли добавить кусочек масла. Обычная поваренная, где-то чайную ложечку, выставляем программу. Запускаем программу. И пойдем приступим непосредственно установки нашего фиксатора на магнитный замок. Но для начала добавим масло. Закроем котелочек, скажем, котелочек вари. И все. Идем делать наш замок. На данной защелке была нарушена геометрия. То есть тут был такой угол,
я его немного стесал на наждаке. Для чего это было сделано? Для того, что идет большое прилегание к запорной части, которая уходит у нас прямо в непосредственно алюминиевый каркас самой двери. Для того, чтобы сгладить все это дело, мы снесли вот этот вот угол. Ну, закруглили его, скажем так. Я его еще немного сточил, где-то 5 мм. Сейчас поставлю, посмотрим, как оно будет работать. Получилось добиться эффекта плавного открывания двери или нет. Ну, продолжаем решать текущие задачи. Ждем, пока все придут в офис. Вот. В принципе, самое главное, основное я уже сделал. Осталось только выгрузить фотографии, переименовать их, добавить в архив. В общем, текучка. Эту текучку постараемся сделать. Сейчас у нас утро. Будет хороший завтрак с кашей на молоке. Вот. Ну а дальше посмотрим, что будет на обед и все остальное. И где мы будем в обед, самое главное. Документы. Теперь нужно пенсионный фонд на другой конец города скакать. Вот такая вот работа целый день в разъездах. Ну, пообедать я, конечно, успел. И сделали суп на обед. А сейчас бегаем по городу. Ну так, скорее всего, в конце дня только попаду в офис. Там надо будет еще прикрепить шторку в душевой кабине. Осталось заскочить в налоговую, вернее в пенсионный фонд, отдать бумажки и бегом на работу, чтобы сегодня еще успеть повесить шторку и сделать отчет о своей курьерской деятельности, а потом домой. Вот и все. Очередное затемнение сделали. Классно, что я тебя забрал. Точно? А что не веселая?
Ну расскажи, что ты. Ну, что папа все неправильно сделал. Что они... неправильно? Девчонки мне дали. И... карточки. Карточки свои вот эти вот. А сами говорят, да, я папа послушался и отдал. А не надо было отдавать. Не надо было. Папы не отдают чужим девочкам, да? Да. Ну, что еще расскажешь? Все, повеселело? Папа тебя одевал, как маленькую. А ты сегодня кривлялась, воспитательница. Зачем? Я не кривлялась. Она все неправильно сказала. Я поздоровалась, она не услышала, когда она была раздевалки, я тоже. И когда ты уходила, тоже не услышала, когда ты сказала до свидания, да? Когда я еще застала, я не слышала. Вот такой у нас день сегодня, да? Ну, расскажи, почему ты на меня обижаешься? Потому что, Потому что девочки мне дали карточки. Карточки свои. А сами жаловались моему папе. Папа не послушал даму. Они все равно не взяли карточки. Я тебе их все принес. Все, не будешь обижаться? Если ты покажешь. Покажу. Обижаться не будешь? Угу. Будешь переодеваться? Да. Вот так вот наш день проходит, да? В обидах, да? Угу. Сегодня же праздник. Какой? День смеха. Надо смеяться целый день, шутить. А ты? Они не шутили, они все. Я принес все твои карточки, до единой. Вот ты им отдал две? Нет. Один, два. Ты еще пересчитывать будешь? Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. У меня еще должно быть две. Я тебе сделаю четыре, хочешь? Пять. Папа. Тебе. Если ты две, то если ты не одну, то тебе придется делать 10-100. Хорошо, сделаю 10, хорошо? Угу. Все? Мир, дружба, жвачка. Всем пока-пока. Подписываемся на канал. Ну так скажи. Тем более ты одну не взял. А, так ты не будешь говорить, да? Не буду, потому что я все равно еще обижена. Ну, пожалуйста. Ты же у меня звездулька, а ну. Скажи. Ты не принес две, а я хотела, чтобы ты принес две. Хорошо, я тебе сделаю лишних. Мишку бери с собой его. Обними Мишку. Всем пока-пока.